Сейчас рассмотрим категорию 7, то есть это клиновые кирпичи. В основном клиновые заказывают в арках. Для примера мы сейчас выполним один кирпич, то есть тут будет несколько операций на нем. Называется он 7К. То есть здесь радиус выпиливается, выпиливается внутренняя часть для закрытия стенки. И на примере этого кирпича мы соберем арку, покажем, что из него можно сделать. Чтобы получить нам вот этот декоративный элемент внутренний, да, то есть мы на станке коронкой размер 67, то есть ей мы пропиливаем вот эту часть. До конца не запиливаем, потому что высота 60, крепишь 65, иначе он здесь выламывается. То есть выпиливается вот эта часть, прорисовывается, и потом она выпилится. То есть это чтобы прятать кирпич за арку. Да. Дальше, то есть подготовили мы, сделали здесь выборку. С задней части выборку сделали, и нам надо понять, какой у нас будет клин. То есть сейчас мы будем уже задавать клин этому кирпичу. Пользуемся программой от КАМИ-центра по расчету арок. То есть программа очень простая в использовании. Размер, здесь заносится размер АБ, то есть это ширина кирпича, высота его, да. Знаем, что 120 и 65, но по-хорошему лучше, конечно, перемерять, кирпичи в размерах плавают. То есть размер забили, шов между элементами забили 4 мм. Выбрали арку, то есть арки разных размеров, разных видов. Выбрали полуциркульную. Размер у нас арки будет метр. То есть этот размер у нас дальше запросится. То есть те данные вбили, далее идет пролет, который надо перекрыть. Ставим 1000 мм. Число десятых знаков можно поставить единичку. Рассчитать. Так, это наши исходные данные, результат расчета. Широкая часть клина, то есть верхняя часть у нас будет 63,2, узкая 51. Высота подъема арки 500, всего элементов 29 запросила. Начнем делать. Кружало у нас уже готово. То есть, ну, по идее, как правило, когда мы выполняем заказ арки, то есть кружало мы также для клиентов делаем. И уже вместе кирпич клиновой, арочный, вместе с кружалом отдаем, чтобы уже под наше кружало это все было сделано. Так, все, начинаем. Сейчас размечаем узкую часть и выводим первую сторону под клин. Получаем однобокий клин, то есть с одним боком. Сейчас выставим на станок, на оснастку и прогоним вторую часть. С чего начинаем делать арку? Делаем первый кирпич, как шаблонный. Сняли первую сторону под наш размер болгаркой. Сейчас уже по оснастке будем выставлять, так скажем, прокат. Ставим кирпич, здесь упор, регулируем его, чтобы у нас наша часть пошла полностью вдоль диска алмазного. То есть, когда мы его выставили уже, можем прогонять остальные элементы. Это мы выгоняем только одну сторону. В количестве около 27, надо посмотреть, будет элементов, показывала программа. Соответственно, мы берем 27 кирпичей, готовим и одну сторону сразу начинаем прогонять. То есть, сейчас прогоним первую сторону. Ну, сделаем это из образца, то есть покажем элемент шаблонный. И прогоним подготовительный второй. Соответственно, первую сторону покажем и покажем вторую сторону, как это делается.
Сейчас напилили по шаблону второй кирпич, но когда у нас делается арка полностью, соответственно, мы все 27 кирпичей прогоняем одну сторону раз за разом. На примере мы покажем по второму кирпичу. Сейчас опять мы шаблон напиливаем вторую часть, которая осталась еще заводская, под второй скос. И потом также погоним второй кирпич. Вторую сторону сейчас вывели. Также хотел сказать то, что почему сейчас мы это все показываем, да, чтобы было видно. Так как у каждого на объекте могут быть разные размеры. В нашем случае, когда у нас повторяются арки, то есть у нас есть образцы, где есть однобокий клин и двубокий. То есть вот эту работу уже делать не надо. То есть она уже, этот, грубо, допустим, на диаметр метр, есть два образца, где ты берешь, сразу ставишь и прогоняешь, уже настраиваешь станок под них. Тогда мы экономим время, ну и, соответственно, арки делаются гораздо быстрее и в один размер. Продолжаем. Сейчас прогоняем, настраиваем станок под вторую сторону и прогоняем второй кирпич. Смотрим вниз, 50. 50 по всей длине. То есть клин готов. Осталось его зачистить. Вот эту часть, да, довести до ума, снять фасочки. И вот у нас клиновой элемент готов, чтобы встать в арку. Так, ну все, элементы готовы. То есть вот таким образом будет проходить арка. То есть это передняя часть. Сзади сделан такой выступ специально, чтобы можно было завести кладку. И чтобы вот этот шов, он не был заметен. По длине кирпич, как правило, отпиливают, но уже по месту. Ну и если задается размер от заказчика, то это тоже можно спилить. Потому что, как правило, троечка уходит, вот эта часть будет отпилена. Но кому-то, если она не принципиальна, то могут и оставить вовнутрь. Итог по аркам, что арки дают очень большой, так скажем, визуальный эффект, когда, рассмотрев тот же камин или барбекю без, ну, с прямым порталом, то есть он смотрится, ну, грубо, классически. Если мы вставляем арку, то, ну, достаточно художественно уже приобретается эффект у нашего объекта. Так что здесь на любителя. А сейчас мы соберем арку метровую, как она будет вживую смотреться, и покажем, как собирается, как вставляются прокладки вот с подобным кирпичом. То есть это лекало для этой арки. Сейчас мы собираем арку, которую уже собирали в итоговом. Это арка для клиента лежит. Когда мы собираем арку, мы прокладываем обязательно прокладки. То есть, чтобы мы сымитировали толщину шва. Прокладки 4 мм. То есть, чтобы у нас размер в размер вышел именно та арка, которая будет уже на объекте. Когда арка собрана, потом каждый кирпич прописывается, потому что где-то нет-нет, так скажем, идет доработка, чтобы арка именно была уже, ну, так скажем, в готовом виде, чтобы все швы совпадали, чтобы она смотрелась красиво. Так, сейчас соберем ее на сухую с прокладками и покажем, как это уже выглядит вживую. На примере
вот этой арки можем увидеть, да, какие, как ее можно сделать красивую, да, из кирпича. Здесь мы можем видеть, что она вся пронумерована, что на объекте не составит труда также ее собрать у себя. То есть здесь она сейчас собрана у нас на сухую с прокладками 4 мм. Что еще хотелось бы сказать, то есть вообще обработка кирпича, то есть процесс достаточно сложный, пыльный. Не каждый заказчик готов терпеть у себя на объекте, ну так скажем, и шум, и пыль. Мы в свою очередь на базе компании «Печной мир» делаем кирпичи разных форм, обрабатываем и предоставляем клиентам. Ставим лайки, подписываемся. Ваш «Печной мир». Первая фигура у нас 1А. Кирпич выглядит, то есть, с одним спилом, ну, так скажем, простой плинтус, да. Какие размеры у нас есть? Это 25 нижняя полочка.